На ковре А борцы весовой категории до 65 килограммов в красном трико Тимур Найданов представляет команду России, город Улан-Удэ. 19 лет тренируется под руководством Батыра Базарова в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва. Студент Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, кандидат мастера спорта. Борис синим трико Виктор Жирбаев представляет команду России, город Улан-Удэ. Мастер спорта России, 9 лет занимается борьбой под руководством заслуженного тренера России Валерия Иванова и Владимира Письменова. Виктор Жирбаев, бронзовый призер международного турнира Дмитрия Коркина прошлого года, победитель чемпионата Дальневосточного федерального округа. Это на этапе, это на этапе.